Всем привет. Привет. Меня зовут Антон. Я Вика. Это Бус. Ну, вы его, наверное, уже знаете. У нас уже все растаяло. Этот ролик, в принципе, не должен был выйти. Но завтра у нас проходит розыгрыш GoPro. И мы решили дать шанс заскочить в последний вагон тем, кто посмотрит ролик сегодня. Сегодня это 2 апреля. А розыгрыш GoPro 3. Так что условия розыгрыша в описании. А сейчас поехали смотреть ролик про зимнюю прогулку. Погнали. Короче, вот так вот мать семейства захотела выехать погулять в лес. Мы выехали погулять в лес. Вот у нас собакин. Вот у нас машина, ну и, соответственно, уже успели немножко подзастрять. Вау! А кто виноват? Мать предложила прогуляться. Частично сняла. Частично, как я выехал, сняла? Да. Ага. Вертикально, да? Да. Я не подумала про презентарь. Чуть-чуть что-то есть у Буськи на GoPro, чуть-чуть у меня на телефоне, но у меня вертикально получается. Бус, скорей ко мне давай. Давай, молодец, малыш. Скорей, 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 Буся, давай скорей, скорее. Буся у нас сегодня за оператора, у него тут GoPro-шка. Он ее тщательно пытается во все стороны, как вы видите, трясти. Поэтому не знаю, что там получится поснимать, но вот мы выбрались, в общем, раскопались из снега. Это кто такое пришло, маленькая сладкая? Он у нас блогер, подрастающий. Идет, снимает свой первый ролик. Старается, малыш. Весь чумазый. Мамка уследила. Так вот мы готовим собаку нашу к дальней дороге. Вывезли сегодня в лес. И вон ходит уже. Снимает свой первый контент. Давай я ему для фотки вытру ушки. Это некрасиво будет. Да как кто знает, что это грязь, да? Ну, ладно. Такая вот мамаша у нас запачкала собаку, а теперь говорит для фотки, давай я буду уши вытирать. Ну вообще-то я протерла GoPro-шку, когда он ходил мимо машины, я ухо не видела просто. Босс, босс, как сам? Нормально все? Как контент, пилится? Чего скрипишь? Холодно тебе что ли, малыш? Что скажешь? Что скажешь? В свое оправдание? Что собака что-то сожрала. Скажу. Что ты там жрешь? Нет, вроде ничего не сожрала. Скажу, что весело мне, нравится гулять. Люблю, берешь? Не могу. Нет, почему? Я давно просила погулять в лес. Наконец-то мы выехали для прогулочки. Вот прошло 10 минут, а мы уже успели застрять и все испачкаться. Все втроем. Гулять очень весело, люблю гулять. Ну так, подготовимся к суровым условиям в дальних поездках. Давай, давай, идем скорее, скорее, Бус, давай, догоняй. Бус, ко мне скорее, нельзя, фу. Нельзя. Нельзя. Ну-ка, цветокни. Нельзя. Я говорю, нельзя. Давай, иди ко мне скорее. Барьер.
Буся, барьер. Да, попрыгучая собака у нас. Или да ну его нахер, пошли обратно. Бус, ну ты чё? Давай, Бус, ко мне скорее, скорее, малыш, скорее ко мне, скорее, давай, давай. Молодец, молодец, давай еще чуть-чуть, давай, 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 давай. Давай, давай, ко мне скорее, давай, задние лапки, оп, оп, давай, Бус. Давай, Бус, скорее ко мне. Скорее, скорее сюда, давай. Оп, 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 смотри, как вкусно. Как вкусно, давай сюда скорее. Сюда скорее, давай. Давай, Бус, давай. Давай, давай, перекатись хотя бы как-нибудь. Давай, Бус, давай, молодец, можешь, 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 давай. Давай, Бус, ко мне скорее, малыш, скорее. О, герой! Герой, 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 молодец, герой. Сиди. Берем. Ну все, герой пошел дальше. Подожди! Буся, стой, стой, стой! Буся, стой! Решили далеко вниз не идти. Давай, Бус, давай! Скорей, скорей, скорей! Дай ему понюхать. Ну, дай, молодец! Ко мне, ко мне! Буся! Давай, 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 вкусняшка, вкусняшка. Молодец, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Вот такой вкусняшка, такой вкусняшка. Давай ко мне скорее. Скорее, скорее ко мне. Давай, молодец, вперед, вперед, вперед. Перевалился. Ну, перевалился, ну, конечно. О, сразу такой, опа. Вот, Буся, вот. Жопка мелкая. Вот нельзя, нельзя, ну-ка, фу. Иди ко мне. Вот. Ну-ка, вылазь, вылазь. Идем скорее, малыш, идем, идем скорее. Писает, что ли? Надо посмотреть на всякий, да, мама? Да, пописал. Молодец, пописал в сугробе. Но он просто до этого большие сугробы боялся. Ну, в смысле как, не ходил в них писать. Давай, скорее, 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 скорее. Малыш, вперед! Поправим кофточку твою. Вот так вот поправим тебе кофточку. Да ты такой красавчик. Да ты такой красавчик, мамень. Такой красавчик. Убегай, мама. Убегай, мама. Маленькая так удобно была, в сумку класть можно было. Тут убежали немножко от Буси и спрятались. Буся! Сладкий пес!
скорее! Самая активная собака на свете! Давай быстрее! Галоп! Где галоп собачий? Вперед! Вперед! Не выйдешь? Нельзя! Давай, малыш, вперед! Приехали погулять в лес. И куда-то слишком глубоко заехали. Тут рыхлый снег. Под рыхлым снегом лед. И, короче, уже немножко застряли, покрутились, вылезли. И вот сейчас предстоит дорога назад. И мы пошли гулять, а я прям не могу нормально расслабиться и гулять, потому что понимаю, что сейчас обратно надо ехать. А нас несколько раз с дороги чуть не снесло. Сейчас мы поедем обратно. И, блин, очень надеюсь, что нигде не застрянем. О, вот, кстати, где? А, вот. Вот здесь вот у нас чуть-чуть покопало. Вот мы выехали. И все, и пошли гулять.